выходом на пенсию рано ставить точку в активной жизни, ведь это самое время для учебы. Именно так решили организаторы образовательной программы «Университет третьего возраста». Этот проект специально предназначен для пожилых людей, нацеленных на сохранение активной жизненной позиции, продолжение персонального развития и просто общения. Как выяснилось, таких среди шкаролинцев старшего возраста немало. Более 100 заявок было в считанные дни. Хочется всегда чего-то нового. Жизнь идет вперед, она не останавливается. И вот пришла идея повторить тот опыт, но на качественном уровне, который вот уже в течение 6 лет реализуется в Татарстане. Там, в Казани, на базе Казанского федерального университета реализуется программа университета третьего возраста для лиц пенсионного возраста, которые уже вышли на пенсию, но у которых еще много сил и энергии. Есть огромное желание узнать что-то больше, пообщаться с людьми своего возраста и просто расширить свой кругозор. А мы думаем, а почему, если в Казани это удается, почему это не сделать у нас, в нашей столице Республики Марий Эл? К занятиям студенты пенсионного возраста приступят уже во второй декаде декабря на базе Института педагогики и психологии МАРГУ. Учеба будет вестись по 4 направлениям. Это основы компьютерной грамотности, православной культуры, приусадебного хозяйства, а также особое внимание уделяется психолого-педагогическому общению с детьми и внуками. Со временем появятся и другие направления с учетом пожелания самих пенсионеров. Что-то будет происходить новое в законодательстве, какие-нибудь, возможно, новые меры социальной поддержки, будут новые законы, и все будут слушатели данного проекта в первую очередь все это новое узнают, то, что в законодательстве и то, что именно непосредственно относится к людям данного возраста. По результатам окончания учебы хотим даже выдать сертификат. Пусть он, может быть, и не столь нужен нашим пенсионерам, но это такой образовательный шаг, это по пути траектории непрерывного образования. Это ведь вся Европа и весь мир сейчас уже на эту тему работает в свете Болонской декларации, и мы думаем, что будем идти здесь много с жизнью. Обучение пенсионеров по программе «Университет третьего возраста» планируется на бесплатной основе. Количество слушателей не ограничено. Все желающие могут записаться по телефону 45 58 19.